Масштабные праздничные мероприятия в честь 9 мая состоялись, конечно, в центре Иркутска, но и чуть ли не в каждом дворе города люди отмечали День Победы. Многие поздравительные акции прошли накануне важной даты в разных районах столицы региона. Некоторые события имеют уже свою историю и сложившиеся традиции. Одно из таких – праздничный концерт в Иркутском театре народной драмы. Проходит он каждый год 8 мая, вот уже 18 лет подряд. Сюда приходят ветераны, чтобы вспомнить свои военные годы. Собираются сотни горожан, желающих отблагодарить победителей. Причем приходят целыми семьями, чтобы молодое поколение помнило о великом подвиге. Чтобы создать особую атмосферу, недалеко от сцены всегда организовывают кухню с солдатской кашей. Этот год не стал исключением. Ветераны, несмотря на преклонный возраст, активно участвовали в празднике, читали со сцены стихи. Весь концерт длился более 3 часов. Все это время звучали, конечно, песни военных лет, их исполняли самые разные коллективы. С каждым годом желающих стать участниками этого праздничного выступления становится все больше. И коллективов, я даже боюсь перечислить, их очень много. Это все близлежащие школы, дома творчества. Просто к нам уже приходят люди, звонят и говорят, мы хотим вот именно в вашем концерте поучаствовать. Ну и самое главное, все проникнуты самым главным, что надо помнить этот подвиг ветеранов Великой Отечественной войны. Помнить прежде всего в семьях. И в семьях эта память есть.